Мед такой темный. Даже не знаю, что хочу попробовать. טובים. אנחנו עושים אותו בבית. זה בבית, בכל בית חייב להיות, כמו תרופה. מי שיש לו חם בקיבה, פצעים בבה, זה יעזור. קבית, שתי קביות ביום, זה יעזור. זה יש לו טעם טוב. הסוכר שלו, סוכר טבעי. Оказывается, это медовое лекарство производится из плодов рожкового дерева. У этого дерева много названий. Сладкие рожки, хлебное дерево, шоколадное дерево, ювелирное дерево, но в Израиле его называют харуф. В нем содержится огромное количество полезных веществ для нашего здоровья.